Всем здорово, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем выживать в Dead by Daylight. Ну, мы сегодня поиграем за выжившего, мы посмотрим, насколько это будет интересно, насколько у него будут интересные способности, и насколько это будет страшно, особенно в ночное время. У нас есть большое изобилие персонажей, за которых сможем играть. Я вижу, есть Билл, ну, давайте возьмем Билла. Такой дерзкий персонаж с бородкой и сигаретом в зубах. И посмотрим, какая у него есть расцветка. Стандартно, ничего такого, это у нас вояка, в прошлом вояка, и есть какие-то способности. Да, тоже есть прокачка, тоже можно прокачаться, и давайте прокачаемся по-быстрому. Что-нибудь, чтобы не быть таким уж слишком, нубом. Второй уровень уже, в принципе, неплохо. Прокачку еще можно сделать. Сделаем второй уровень, в принципе, третий сделаем, и пойдем уже посмотрим, поиграем за Билла. Я думаю, достаточно для начала. И посмотрим, какой у нас будет охотник. Раз, два, три, четыре, пять. Мы пытаемся бежать. Мы взяли фонарик. И давайте же посмотрим, насколько крутой будет Билл на этой карте. И посмотрим, смогу ли выжить. Кстати, вижу, есть крюк, который можно, конечно же, уничтожить. Чем мы сейчас и займемся. Так, как его можно уничтожить? А, нужен специальный инструмент для этого. Нужен специальный ящик, и тогда можно его уничтожить. А есть рядом генератор, который можно починить. И даже нужно. И, кстати, против нас, кажется, Фредди Крюгер. Мы во сне! Ох ты жесть! Он прям позади нас был. Ох ты май гад. Оп, я успел. Я успел, и я, походу, уже во сне, и нас пытается уничтожить. Пытаемся убежать от Фредди, мы спим, что ли? Билл, очнись. Билл, очнись, мы спим. Это был Фредди, прям рядом с нами. Он позади. Я чувствую, он позади. Да, он, друзья, позади, и он, Фредди, позади. Ох ты же. Хо-хо-хо-хо. Нам причинили боль. Боль, страдания, другие чинят, и нас повели, походу, на виселицу. Ну, давай, бери, Фредди, веди меня на виселицу. Неудачно, конечно, получилось. Мы пытаемся, конечно, вырваться. Попытаемся вырваться, возможно, получится, возможно, нет. Мы реально спим. Мы снова, как будто во сне. Идет позади, давай же, вырывайся, Билл. Я не вижу крюков. Нет, сейчас будет прям за углом, я чувствую. Да, здесь есть крюк, и он все-таки надевает меня на крюк. Ах, ты больно как. О, ничего страшного. Сейчас нас спасут, и мы сразу очухались. Фредди, видимо, умеет способность в какие-то сны входить. Ребята, вы слишком далеко от меня. Мне нужна ваша помощь. Попытаться сбежать, конечно, я не буду. Тратить силы я не буду. Они бегут ко мне, двое. Один чинит, другие бегут ко мне. Давайте, ребята, быстрее ко мне. Фредди я даже не вижу поблизости. Он, видимо, снова обо сне. Давай, ребята. Ребята, спасай меня. У нас есть фонарики, и мы можем, конечно же, если что, мы уходим. Спасибо большое. Век не забуду. Уходим, уходим. Так, ну что, ищем генераторы и пытаемся их починить. Пока все спокойно. Так, я не вижу. О, вижу генератор. Сейчас починим. Его починили. Его уже чинили. И мы, походу, будем его дочинивать. Рядом находится крюк. Вон Фредди находится где. Чиним, чиним скорей. Ох ты жесть, посадили на крюк. Ну что, я побежал туда, конечно, нужно спасать и помогать. Там есть шум, там починили, побежали. Побежали туда, мы, конечно, ранены. Это, конечно, не очень-то и хорошо. Но, ребятам, нужно помогать своим. Как же без этого? На тот самый крюк, на который меня посадили, я Фредди не вижу. Музыки нет никакой. Быстренько подбегаем и быстренько спасаем его. Оп, что? Беги, моя хорошая, беги. Так, позади никого нету, все спокойно. Вернемся к тому генератору и дочиним его. Ребята, чините скорее. По идее, мы вдвоем против Фредди, а двое должны чинить. Где ж починка? Я не вижу результата. Еще одна жертва ранена. Очень фигово. Чиним. Успели. Я не успел даже присесть, и сразу была реакция.
Очень темная карта. В центре есть какое-то здание. Детка, все в порядке. Меня можно похилить. Чуток осталось. Отлично, уходим. Уходим, осталось 3 генератора. И есть жертва. Он прям там, слишком далеко. Секундочку, можно похилиться. Хорошая, где-то моя. Давайте я похилюсь. Разбудить, что ли? Она спит. Мы разбудим ее. Оп, мы ее будем. Оп, очухался. Нормально очухался. Полечи меня. Я пойду спасать невинного. Он поднялся. Круто. Бил, только не засыпай. Все чудесно, побежали дальше. Нужно дальше. Осталось 3 генератора. И команда в сборе. Так, вижу генератор. Его уже пытались чинить. Походу тот самый генератор, который я чинил. Ох, осталось буквально чуток. Он готов, осталось 2 генератора. Мы убегаем отсюда. Убегаем мы подальше. Так, ищем остальные генераторы, где же они находятся. Возможно, даже есть в центре где-нибудь. Сейчас посмотрим где-нибудь сверху. Тут можно подняться довольно высоко. И тут я не вижу генератора. Ох, есть ящик. Ну-ка, маленько обшмонаем. И посмотрим, что есть интересно. Посадили на крюк, вон туда нужно бежать. Сейчас быстренько обшмонаем и посмотрим, что есть интересно. Конечно, мы оставим фонарик, потому что он гораздо будет поинтереснее. Так, есть аптечка, можно подобрать. Да, мы поменяли. Нет, не хочу менять. Я возьму фонарик и быстренько туда бежать. Смотри, не вижу генератора. Там уже вдвоем висят. Ох ты жесть. Спускаемся, блин. Быстрее. О, спустились быстренько. Быстрее, быстрее. Там уже вдвоем, походу, ребята. Один ползает, а другой пытается насадить на крюк. Ох, беда. Бегу, моя хорошая, бегу. Давай, снимайся. Снимай, скорее. Бил, скорее снимай. Я же успел. Да успел. Я успел, но насадили другую, походу, поблизости здесь. Ребята, где же четвертый? Он должен, по идее, чинить генераторы и спасать нас всех. Секундочку. Он сидит на крючке, значит, нам нужно идти его спасать. Какой-то слишком я... Музыка играет, друзья. Так, сняли, походу. Она сама сняла, либо ее сняли. Это, конечно, круто. Там ищем генератор. Уходим подальше. Вот он, Фредди. Ух ты, жесть. Уходим. Ох, я походу уснул. Меня кто-нибудь должен разбудить. О, май га. Кто меня разбудит? Кто, интересно, меня разбудит? Я даже не знаю, как можно проснуться. Тут у нас генератор. И походу Фредди знает, где я нахожусь. Он чувствует мою ауру, потому что я нахожусь во сне. Я так думаю. Способность Фредди довольно интересная, конечно, и можно прикупить и посмотреть, насколько будет интересно. Ого, ребята, лечение. Давайте полечу, а ты меня разбудишь. Как же долго лечится. Так, я вижу, жертва подалила слишком далеко. Ему, конечно, мы полечим, и, конечно, будет плюсик нам. Так, нормально. Меня нужно разбудить, потому что я, походу, трачу жизни в таком режиме. На крючке уже. Детка, бля, разбуди меня. Разбуди меня. О, давай, 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 еще чуток. Еще чуток, разбуди меня. Ох, нормально. Бежим отсюда. Бежим скорее туда, там на крючке у нас один висит. Он куда-то исчез. Нет, друзья, он мертвый. Где остальные генераторы? Я не вижу на карте их. Пойдем наверх. Пойдем наверх, там, надеюсь, будет безопаснее. Так, здесь можно пройти, здесь довольно много мест, ведь мы аптечку брали. Нас осталось трое, и, кстати, у нас третий уже валяется на земле. Нужно его спасать, конечно же. Где наш четвертый? Музыка играет. Где-то Фредди недалеко. Так, вижу, вижу, насадили. Насадили на крюк, я даже не знаю, походу, четвертый будет или не будут спасать. Два генератора осталось, а четвертый даже не знаю, чем занимается. Ух ты! На, фонариком тебе! Держи фонарик! Прям в глаза тебе, Фредди. Так, 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 уходим, уходим.
Я спасу тебя. Я спасу за счет своей жизни. Да, беги, беги, моя хорошая. Пускай я умру, но ты... Да беги уже отсюда. Да, что ж ты делаешь-то? Мы все уснем сейчас. Мы все уснем. Четвертый, походу, чинит генератор, но слишком долго. Вот в чем беда. Мы уходим, наверное, вот сюда, куда-нибудь в кусты, и подождем, пока меня похилят. Я не вижу Фредди. Я еще и сплю. Эх ты жесть. Попробую восстановиться, я даже не знаю, поможет, не поможет. Но мне нужно встать. И Фредди, Фредди, я все-таки нашел. И насадил. Четвертый просто чинит, и все. Ну что ж такое-то происходит? Нужно быть. Куда Фредди делся? Все, ей хана. Четвертый. А Фредди бегает, походу, ищет меня. Нет, нужна помощь, конечно же. Я не смогу похилиться сам. Мне нужна помощь. И Фредди пытается меня найти. Четвертый где-то... Где-то бегает, даже не знаю. Ни починки нету. Да что ж происходит, ребята? Ох, мои белые волосы очень видны, хорошо. Нужно брать персонажа не такого слишком. И Фредди, Фредди не нашел меня. Мне нужна помощь, конечно, потому что я не смогу полностью встать сам. Эй, Фредди меня нашел все-таки. Чувак, ты чем, интересно, занимаешься? Походу, мне будет кана, я пытаюсь вырваться, конечно. Но даже не знаю. Давай, 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 давай. Бью, бью, мы не сдаемся. Мы не сдаемся, я не вижу крюка поблизости. Надеюсь, я буду вырываться и надеюсь, меня это спасет. Чувак, я тебя спасать не буду. Крюк, нет! Нет, крюк, черт возьми. Это больно, чувак, спаси меня, потому что ты останешься последний. Нет, 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 я держусь до последнего. Держись, держись, Билл. Мы сможем. Мы это сможем. Четвертый не знает, чем занимается. Он, походу, не собирается спасать меня. Фредди уже где-то в стороне, потому что мне реально уже хана. Ох, друзья, я вам не позавидую. Особенно тому четвертому. Два генератора и, конечно, плохие мои дела. Мои дела очень плохие, он ползает очень медленно. Быстрее, чувак, ко мне беги. Я не знаю, сколько я еще продержусь, но, возможно, все оставшиеся вот эти жизни, которые у меня есть. Давай же, Бил, держись. Держись до последнего. Нет, он, походу, чинит. Нет, он просто очень медленно подходит. Ему нужно бежать ко мне еще быстрее. Чувак, еще быстрее ко мне беги. Беги, спасай меня. Эх, жесть. Мы были втроем, нам было очень сложно, но что ж поделать, и походу моя смерть поблизости. Ну а с вами был Стикер, мы увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел, кто болел за меня. До новых встреч. Всем пока.